Новое место школьного кермаша у Могилеве. Сёлета его организуют на открытой пляцовце побыш с гандлёвым центром Парк Сити. Отповедное решение подписали у Могилевским гарвыканкаме. Кермаш стартуе 1 жнивня в 10 годин раницы. Свой удел подтвердили каля 80 объектов господарання. А это 120-130 гандлёвых кропок. Тут у одном месте можно будет набыть все для учебы, от канцелярских товаров до школьной формы и портфелев. Во управлении гандлю и послуг поведомили организация новой пляцовки. По-перше, выкликана будовлей моста праз Днепр. Согласитесь, что там все-таки у нас пока не приспособленная территория. Поэтому ровно хорошая площадка, где может действительно разместиться школьный базар, где может подъехать любой транспорт, большая стоянка. Поэтому и приоритет отдан именно данному объекту.